Всем привет, любитель колес! У нас сегодня на тесте Lada Vesta Sport, и у нее 205 отличий от обычной Vesta. Под капотом стоит 128 мотор, и он отличается от обычного 120-сильного тем, что сюда поставили другие распредвалы, поставили другую прошивку, повысили в топливной рампе давление, и в итоге сняли 145 лошадиных сил и 187 крутящего момента. Коробка осталась неизменной. Также у этой машины изменили немного и подвеску. Здесь поставили укороченные пружины, более жесткие амортизаторы. Потом расширили переднюю колею на 35 мм, заднюю колею увеличили на 15 мм. Дорожный просвет у этой машины чуть-чуть пониже, чем у обычной Весты. Здесь он составляет 162 мм. И также мы можем заметить, что здесь стоят уже 5-болтовые ступицы, их позаимствовали у Renault Megane. Что касается тормозов, здесь стоят 186-миллиметровые спереди тормозные диски вентилируемые, и установили сюда еще тормозные диски сзади. То есть барабанов у нас же здесь нет, здесь дисковые тормоза полноценные. На Lada Vesta Sport устанавливают два вида колес. Это 17-е, как на нашей машине, также сюда можно как опцию поставить 18-е колеса. Ну, я думаю, с 18 колесами она не будет быстрой, как и с этими. В общем, мы провели пару заездов, то есть у нас была Некро BMW. Так, дамы и господа, сейчас мы заезжаем с BMW E39 с двигателем 2 литра, там M52B20. Он на автомате, но это специально для любителей некрухи. То есть посмотрим, машина за лям. То есть Lada Vesta Sport против BMW E39. Ну что, любители Lada Vesta, BMW отстала. Вот даже подхват берем со 100 км в час на 4-й передаче с 4000 оборотов. Ну все, мы ее догоняем. С места прям разорвали ее в щи. Мы выиграли. И сейчас владельцы Lada Vesta Sport должны заулыбаться. И мы заезжали с Kia Rio. Тоже сделали небольшую фору Lada Vesta Sport, потому что Kia Rio была на автомате. Так, Rio на автомате. Я вам скажу, держится неплохо. Пошла, но я пропустил одну передачу. 120. Блин, немножко... Вот это, конечно, прикол. Рио на автомате вообще никак не отстает. На автомате. Так, дамы и господа, сразу говорю момент. Рио на автомате без катализатора. Я тронулся с 3000. Я пропустил опять вторую. Не доткнул ее. Точнее, на третью не успел переключиться вовремя. Это я к чему говорю, что сегодня мы, к сожалению, не нашли на механике машину. Я думаю, на механике она объедет Весту. Ну, неважно, там Солярис или Рио, на механике он уедет от нас. Автомат чуть не дернул. Тронулся-то хорошо. Одну передачу я только пропустил. Блин, все-таки вождение на автомате, оно сказывается. Немножко подтупливаешь. Коробка автомат. Все плюшки есть. 150 тысяч прошла машина. Вообще ничего с ней не случилось. Ездит и ездит. 655 тысяч, 13-й год. Она намного удобнее, она намного лучше едет.
и она почти ее дергает. То есть, если была бы здесь механика, мы, скажем так, дали вообще возможность Весте выиграть этот заезд, потому что здесь автомат. Если была механика, она прям вот уничтожила бы ее, 100%. Я не могу вообще просто что-то хорошего о ней сказать, нахваливать за что. Внешний вид, да, красивый, все остальное просто ни о чем. Тормоза не информативные, рваные какие-то. А в плане техники, моторы и коробки, это вообще вилы. Короче, не знаю, я не советую покупать такую машину. Если брать за миллион, то можно взять обычную Риву или полуседан за лям. И они будут ехать лучше этой машины, 100%. Лучше и дорабатывать ничего не надо. Но за миллион японца навряд ли возьмешь. А корейца возьмешь вполне. Солярис, Поло, Рио. Вот эти вот машины. И они будут ехать быстрее. Это прям 100% информация. Если даже автомат почти ее дергает. Помимо того, что машина изменилась технически, ее изменили и внешне. Она стала реально красивой. Это огромный плюс у этой машины. Здесь добавили дополнительные накладки на пороге. У нее агрессивные морды. Вот эта дополнительная губа здесь присутствует. Вот эта красная вставка. То есть у машины реально сочный внешний вид, который вот, ну, доставляет. Это прям бесспорно. Если даже перейти к задней части машины, то здесь тоже фактически все изменилось. Добавили спойлер, имитацию выхлопных труб. Вот эти вот части тоже под спорт, типа фальш-решетка. Тоже фальш-вставки, типа как воздухозаборники. Ну, все это фальш, к сожалению. Ну, даже вот тут вот посмотреть можно, почему-то сделали ее из двух частей, вот эту решетку. Ну, не знаю, это прям бросается в глаза. Ну, и шильдик, соответственно, Vesta Sport. Ну, внешне она доставляет. А помимо того, что она еще и внешне красивая, у ней очень классная выхлопная система. То есть машина стала звучать. Даже с этим двигателем у ней прям классный звук. Давайте сразу заведем. Я вам это все продемонстрирую. То есть низ, на низах машина прям реально басит. Ну, это прям доставляет. Также, если уже посмотреть на элементы интерьера, вот мы открыли дверь, и здесь сразу же видно, что установлена вот такая вот накладка приклеена. Lada Vesta Sport. При более детальном осмотре Lada Vesta Sport я обнаружил, что здесь установлены пластиковые крылья. Хотя мне о них не сказал ни один менеджер. Но это же является плюсом. Машина спортивная, она облегчена. Но, если присмотреться, то вот на капоте шагрени нет вообще. А крыло такое ощущение, как будто только недавно покрасили. То есть различия в цвете. Ну, понятное дело, что на пластике цвет всегда отличается от металла. Ну, блин, здесь прям, я не знаю, вообще как будто две разных краски. То есть, если приглядеться, это прям вообще очень сильно бросается в глаза. Продолжаем присматриваться к Lada Vesta Sport. Открываем багажничек и наблюдаем вот здесь вот то ли трещинки, то ли я не знаю. Короче, здесь непонятно, какая-то скраска происходит. И если сильно закрыть крышку багажника, то в итоге получается вот такая ерунда. Вот здесь вот слазит краска. Ладно, это хрен бы с ним. У нас есть еще один момент. Выскакивает вот эта решетка. То есть сейчас я ее защелкнул. Шляпа, короче. Вопрос дня. Вот эта вставочка красная, она тоже посередине разделена на две части. Задаемся вопросом, для чего это сделано. Напишите, пожалуйста, в комментариях, для чего. Можно было бы одну планочку сделать и все. Зачем ее разделили? Это прям бросается в глаза. Тем более красный элемент здесь, он один. Шляпа, короче. Салон Vesta Sport тоже полностью переработали и изменили. Здесь стоят полуковши с очень хорошей боковой поддержкой сидения. Они комбинированы. Здесь есть велюр, вставки из кожзама. Потом также мы наблюдаем сразу же более толстый руль, чем на обычной Vesta. Ну, в руке очень хорошо лежит, чем-то напоминает BMW-шный.
накладки на порогах добавлены, потом вот эти вот вставки сделаны под карбон. Ну вот могу сразу же показать, что вот, вот эта вот вставка вот с водительской двери, она просто ходуном ходит. То есть я не мог это вообще скрыть от вас, и вообще весь пластик, он прям дубовый. Даже если посмотреть вот эти места, куда мы постоянно кладем руки у дверей, здесь как бы структура типа кожи, но это не кожа, это обычный пластмасса. Ручка КПП тоже с прострочкой. Вроде как бы выглядит стильно, то есть вот эта красная прострочка, она прям, ну, добавляет какого-то спорта. Также эта прострочка и на рукоятке ручного тормоза. И подсветка еще, то есть у нас в ногах подсветка красная. И подсветка в самих дверях, ну, тоже подсветочка включается, когда мы включаем свет на машине. Приборная панель тоже с красными вставками, и вот могу сразу же сказать, что не видно вообще, как там все это переключается, как горит. В светлое время суток, ну, ориентироваться очень плохо. Ну, мне, по крайней мере, неудобно. Самое главное, забыл, это самое главное отличие от обычной Весты. Здесь лежат велюровые коврики. Это вот во всех обзорах написано, что велюровые коврики сюда добавили. Черный потолок, черные козырьки, черные накладки на стойки. То есть у нас получается все черное. И что мы получаем? Обалденный внешний вид, обалденная вообще составляющая салона. То есть, ну, видимо, все это дело на ощупь, конечно, это все уже не такое. То есть очень классную обертку сделали у этой машины. Но по технической части машин, конечно, немножко расстроил. Ключ к Lada Vesta Sport ничем не отличается от обычной Весты. То есть обычный значок, никаких выделений нет, что вы как бы являетесь владельцем спортивной машины. А, накладки, кстати, на педалях. Забыл про них сказать. Здесь еще накладочки такие хромированные на педалях. Есть такой момент, который немного меня разочаровал. На стеклоподъемниках нет доводчиков. То есть машина 2019 года, она без доводчиков. Как вообще можно было такое сделать, непонятно. Может, конечно, какая-то функция здесь настраивается, там, на мультимедии. Про мультимедию я вообще молчу, но она мне показалась просто ужасной. Прикол дня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 секунд задержка. Как вообще так можно, блин? У нас же спорт, мы должны быть быстрые. В целом, машина очень красивая. Прям вот, ну, не отняли, вот, ну, ничего лишнего нет, все как бы по делу, там все вот эти линии, все грациозно, классно. У нас обертка у этой машины, она прям идеальная, внутри тоже все сделано, ну, вот, если смотреть, классно. Но когда начинаешь все трогать, то есть даже вот эта пластмасса вот здесь на дверях, она вроде как бы имеет структуру кожи, но это не кожа. То есть получается, у нас очень классная обертка у этой машины, а составляющая, к сожалению, немножко подвело, потому что она едет очень слабо, то есть 145 лошадей вроде, но ее даже Рио на автомате почти делает. Это печально. Каждый день я езжу мимо автосалона ВАЗ. Я вижу эту машину, и она реально красивая. То есть я на нее смотрел и радовался. Мне захотелось потрогать ее поближе. То есть я взял эту машину покататься и разочаровался. То есть многие блогеры говорят, что эта машина как бы имеет много недостатков. Да, здесь действительно очень много недоработок, каких-то мелочей, которые надо доделывать. Этот мотор как бы на 145 лошадиных сил, ну, его мало. Да, может, если на него поставить турбо, он поедет лучше, но это опять доработки, это опять затраты. То есть эта машина, она не объедет стоковую Рио на механической коробке передач. Это 100%. Если вы мне не верите, то мы можем повторить заезды, то есть найдем машину с механикой, и она ее объедет. Точнее, Рио объедет Весту, 100%. В общем, мой вердикт, машина пока сырая, она требует очень много доработок, но машина красивая. Но красота этой машины, она никак не покрывает все минусы, которые мы нашли и которые вообще существуют в этой машине. В общем, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы будем ждать, когда АвтоВАЗ доделают эту машину до нормального состояния. Всем пока!